проходил. Ну, мне 400 голды сейчас пришло. Пуляем. Фигня какая-то, не чарится. Пуляйте. Сейчас макрос придумаю. Сейчас. Испробую прям в рейде. Они по диспелу там смотрите. Потом а почему он пишет 8? Отвлекающий момент. Посмотри, просто у тебя в макросе, возможно, в основном в ДГМ, а в строчке. Восьмерочка стоит. Угадал. Ох, спасибо, танк. Агро сбрасывает, можете подальше отойти, у кого прям большое агро. Он прям в ноль сбрасывает, приходится сразу то удить, если там танки прослакают, минус один ДД будет. Так, он сейчас телепортируется, кстати, да, дисплей, красавчик, далеко все точнее. Все, бьем, хилы давайте. Хилим. Он трэш, который будет. О май гад, блин. Чё с такое? Это он не кливает же. Что сильно в бой накливает. Еще раз они. Все пошли на пол. Бой так. А чё они вас съели? Он загрывает людей? Он в середине был. Шам, поставь тайм на ману, пожалуйста. Поставил, читай гимн на ману. Читай на ману. Бой, да забафал. Быстро, каски не вижу. Блин, не на того смотрю. Каска есть. Где-то есть. Все пробить. Шаман, хилься. Эти босса больше. Я смотрел, короче, на хп с этого с ботика, думал, пипец, мне не купят. Уже 7 лет на одном и том же месте стоит. На первом, то есть? Ага, да. Ну, как это мы не можем его догнать? Даже шамана не перехиливает. Потому что он ДЦ может, нет? ДЦ топ. Так, типа, у него было 60% хпс. Я думаю, как так? Ты за весь этот посмотри. Ну, это потому что ДЦ, да. Нет, я знаю, что он абсорбит, но типа тут прям проходит урон, и у вас должно быть побольше хпс сейчас. Типа чем 20 или 5. Сколько там было? И купер все равно будет больше, потому что абсорб был приоритетный. Тимыч, ебани и нор, пожалуйста, по войду. Спасибо. Шаманы просто сливки слизывают с того, что не заабсорбили щиты. Мне купера мана закончилась. Может еще... Нет, потаймов нету больше. Не надо. Не зажим. Да, уже добивает его в конце. Добиваем, сам потом отпьется. Отопьется потом. Мы стоим, идем бить трэш. Сука, когда мои поручи выпадут, блядь?
Они только с этого падают и все. Угу. Это пуха для Бивара. Кто умирал на боссе, я забыл. Войд. Самый веселый босс. А, мы на него уже. Да, там где ты. Там, где ты падал. А я уже понял, ну, это вчера самое... потренировались, поэтому нормально. Самый конченый. Этот слез с дерева надо тебе эту шею. Кто там? Дерево, дерево. Гляньте, какая у него шея. Прием, прием. Кто заглядывал, смотрит, кстати. Есть ли? Я смотрю. Видел про племя? 146-я шея. В Южном Судане. Да, веселые ребята. Жестко, да? Какая у него шея? У меня ему закинул. Это люди канал, которые у него там. Угу. А, я видел тоже. Я не досмотрел почему-то меня. Ну там оружие везде просто. Я до боёв досмотрел и всё, в принципе. Они там еще типа умываются коровьей мочой и пьют ее. Да, это вообще жесть противная. Пипец просто. Бля, чё вы там такое смотрите? Да, пьют. Ну это аниме. Аниме, бля. Ну, тварь убить, она уничтожит. Так жалики говорят, когда меня на БГ видят. Ты что, еще не в БГ ходишь? Ну, когда-то ходил. Тут воет, пуха где-то ложается. Пуха это хорошо. Будем считать, ничего не валяется. Где, где? А. Переместите там шамана какого-нибудь мили в пати. Для тотема. Простите, а что не работает, а? Что не работает? А? В электросетях. Сейчас, я лопнусь. Слушай, в электросетях. А, так Киа, конечно. Это слышь, Тагариус. Кто? Кто? Так я, Макс. Я же. А можно рыбку поставить, пожалуйста? Там закончится баф. Конченый. А что, Макс, какой вопрос? Синий это плюс, красный это минус. Там вообще изи. Ты заебал, ты ж, блядь, этот чиновник там. Чего? Наоборот, по-моему, не? Чтоб тебе ебал, докнуло. Все равно не получается. Пишет, должен держать в руке. Так я его с руки вот тебе даю, а как я его? Че это за херня? Не знаю. Может, передай кому-то его, а он тебе еще, ну, обратно передаст. Так если он персональный. А, уже снял, а, допустим, уже... с руки. Вот. Стоп, 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 стоп. Так, Гарюсь, подожди, не понял сразу. Нет. Я же еще тут хочу курочку дать. Так. Так, Гарюс, мне ты показывает. Алло. Алло. Привет. Здравствуйте. Как дела? Ну, еще нет, скоро пожую. Ну как, нормально. Что там, рыбку поставить или нет? Список как трубу нормально говорит. Сейчас поставлю, не ставлю, ставлю. Шмарда, ты выключи микрофон. Он не слышит тебя, он...
Почитаем. Да, суп остался завтра, наверное, речки на море. Они сейчас там... Ну, ребят, ты микрофон выключи. Он тебя не слышит. Там будешь слушать. Навари мне пиццу. Блин, на самом интересном выключили, а? А, ты в следующий раз мутай микрофон, слышно было разговор. Что-то я Хантера нету. Это, Тагарио, слышишь, там Дульда 25-ка есть за протопала. А, все кроме Торима. На канале у меня посмотришь, если что там, каких-то интересных боссов. И Хантер, и Фуко. Да похуй без него ничего. Блин. Войт, можно я сбегла из ДНД? Поехали, Гер, сразу, пока все живы. А смысл? Да все равно там половина подохнет. На этого хватит времени. Меньше бегать будем. Алло. Да. Все. А то я этот выключил, когда микрофон не выключил. Что ты гречки наварил, ну? Конечно, наварил, блядь. Сука. А горячая сосиса и будет? Котлетками. Да, я скажу, куда надо подбирать. Вот такой вопрос. Вчера было, опять же, на хиле, хуй. Такое ощущение, что вот именно почему-то они... Медленно всех бегают. Эти таурены, блядь. Ну как ты хуй знает. Смотри, как ты сейчас сдохнешь. Может сдохну, может нет. 100%. Да хуй знает, да. Бежим. Без остановки прям, вот так, опа. Бежим. Да ты падай. Бежим. Бежим. Я вылетела. Бежим. О, я выжил. Все. Видишь, не упал. Просто не надо было вчера, блядь, на ходу хилить, нахуй. Я вчера пытался все бегать, а я такой на быстрый, вот за это я подошел, блядь. Давайте, главное, на второй перебежке не умрите так. Не, я сейчас вчера подумал, он дамажит параллельно, тут вообще дамага не попал. Ну, просто читки на бегу раскидывать. И все, моменталки, и все, но не стоит, лучше. Где пал? Паладин умер. Он, то есть, и вылетел. Сука, почему нету, блядь, как линейки? Вот знаешь, этот баф такой есть, чтоб ускоряет КД, блядь, скиллов. Ну почему-то такого нету, сука. У меня все застыло. У меня тоже все застыло. Не нормально. Меня это... снова выкинуло. Нас, кажется, всех выкинуло. Сбегаться? Нет. У всех? А. Тогда забегаемся. Там это алики на входе, аккуратнее. Ветка. Да нет. Мы сейчас добиваем его. Как добиваю? Ты ж вылезаешь. Да я... Мне залагалось очень сильно.
Я думал, что вылет побежал, кстати. С один. И сейчас минус все. Один. Еще минус один. Вот, пошли под баблом бить. Что-то там Тагайда вздыхает, а психили его. Пан вообще молодец. Под баблом пошел бить его. На характере такой. Рейсайте. У нас там трэш не почищен. Ой. Кошка Варлайк перехилила. Спасибо. Что сделать с Волгай, пипец? О, тренька классная. Бесовая. Была бы. Гнидыч, кошка Мурка, Визирию затрулю, кстати. Да. Тапки хорошие. Вообще отлично. Суманите меня, меня Алики не пускают там. Стоять даже. Давайте шкаф. 513. Ох ты, нихуя, как я бассейн. Чё, блядь, брюковая, не надо никому, что не вкуриваем? На распыл. Только Роландия, давай я выкидываю. А, я релогаюсь. Сейчас зайду. Ой. Меня выкидываю. Итак, кто посчастливится взять эту тренера? А тренер вообще отлично, да. Ну, за десяточку возьму, за 10%. Может быть. У кого сколько хасты на, кил, на хилах? У меня, блядь, мне что-то дохуя, не знаю. А, у меня яйца прокнуло, у меня 462 на рестер шамане. Да, 456, а если другие ботинки поставить, будет 500. Ну, блин, тоже важно, конечно, хрену. А там, так, чтобы секунду ПД сделать, вроде, надо 435. Всего. Ну, я на минуту пойду. Ну, для ДЦ я в гаде читал. Там максимальная ставка 100, да? Глазы, глазы бей. Бьем все глазы, всю комнату запулим. Че, успеем, ладхи? Зачем это там зырить? Ну, блин, за счет трини то, что она этот скорость увеличивает при хилах, это, конечно, штука классная, блядь. Я придумала. Прохиливайте креветку. На него два глаза. С 5. Шилы попялятся. Не зоны действия. Кто не знает, что тут делать? Спех не седьмого хила, на всякий случай. Потому что меня может выкинуть, ты меня слышишь? Ладхиб. Выйду надо в Далорен тогда. Так у нас в дроби есть. Ну, два танка или кто? Вот два танка, да. Прекрасно. Не, Васа может танка, вот дамажится. В танка, да? Васо, тут, по-моему, лучше еще одного ДЦ. У Азраила вроде ДЦ. Лица в танка. Он уже в танке. Я так много было этого. Я в Дели в танке стоишь. Васо в танке. Три танка хватит или еще можно? Блин, все равно.
Нет. 6 ну, танков. Ты меня просишь щит тебе зачарить, так у тебя же не щит. Или это щит? Ну, это не щит. Это же не щит, ну. А он не чарится, да? Не чарится. Так это не щит. Так бы и я чарил. Блин, задурил мне голову, испугал. Стой, подожди. Ладно, потом. А чё за бред тогда? Оффхенд не чарится. Ну, во всяком... Бля, ну во всяком случае... Знаю, как у вас, а вот у меня зачарился. Это хрень. Лучше, чем АДшная даже. Там, блин. Даже тут АДшный щит, он хоть и зачаренный на 25, но там вообще там по понтам. Не сильно критично. Кидай мне трейд, сейчас я тебе все зачарю. Шкаф ставьте, там пан свой дом где-то слакает. Что скажете по поводу хилова Азраил спекается или я? Да зачем Азраил, зачем 2 ДЦ, это бессмысленно на самом деле. У Азраила холик есть, к слову. Уже нет. Гамлить какой-то хилик. Давайте я задрулю хила на всякий случай и все. Не, Азраил будет красивее. Вообще. Ладно. Только холик, а не ДЦ. Да мне 2 секунды обратно спекнуться, дело ж такое. Нету холика? Куда ты его дел? Все, пора обратно 2 секунды спекаться в это. Понял. Давайте быстрее, пока у меня не вылетело. Это вообще некрасиво. Потом меня бьют алики. Так, РЧ. Забафайте. Фулл бафы, кстати, там. Ща, кто-то сдыхал, я вам рыбу ставлю. Так, рыба. Она еще. Вот тут кухня зачарит, да? Дудка. Ай, сейчас. Да, насколько мне известно, здесь аура от огня не нужна. А, это моё, кажется. Нет, не моё. Тёмную ауру оставьте мне. Это пана аура на огне сечён. Тёмную я потом вам передам. Сначала я сдам МА. Ой, кого мы ждём снова? РЧ проведёт, я не посмотрела. Кимича может быть. Так, все готовы, кроме пана, Тимыча, Войда. Пан и ты, Тимыч. Тимыч писал, что АФК будет. Можем без него. Тимыч. Все готовы. О. Все в одну метку, пожалуйста, в одну метку, кроме танков. Я наверное, по третьей буду забирать. Звездопады с пылу не даем. Для чего я макро скидаю? Встаньте все в кучу под жопу. Кто там далеко стоит? Ханты. Спору уворачивайтесь, танки. Не до лугов, классно. Перебас не покидать. А сейчас не до лугов. Видимо, сегодня без бафов. Мне не нравится, что мне баф не дают. Ты чё хотел? Это уже третья спора и ноль бафов. О, первая спора. Четвёртая. Да, кстати, мне больше нравится, как мы первые разы ходили, ну, это было месяца два назад, вот как Слава ставил, два кемпа. У кого есть спора, тот слева. У кого нет, справа. Я так не ставил, по-моему. Нет? Так этот ставил.
Влада много делала. Пятая сфера нет. Там она, дело в том, что кидается в радиусе то ли 10, то ли 12 вокруг себя, и типа случайным 5 людям. А я сегодня везунчик. Опасно. Звездопад еще убил. Просто. Ой, рано сдала моя ма. Ладно, трохин. И снова не дало. Я, видимо, весь бой буду без этого, без бафа. За Агри, короче, спору, и от Азии вместе с ней, от всех. Тактика, галактика. Сейчас, кстати, ауру поделюсь. Можете забрать темную код. Захиливайте. Подойдите ближе, босс. Где есть первая спора? А, неотвратимый урок стал проходить по рейду. Это масса ауе. Это там мой косяк, я три клавиши перепутал и не дал лишнюю волну. Не волну, а тут цепную. Заберите темную ауру. Только стоит много. Давайте срок, что ли. А мне надо. У меня когда? У нас... Нет, сейчас ванна. Там еще две на слайд есть у вас и Тургария. Тут сейчас Азраил споешь гимн на ХП, сейчас только откатится эта штука. Пой. Я еще помазала. Рано, поняла. Сэк. Так, можно, чтобы огурцы съели. Спокойствие. Поздно, ладно. На следующем этом спокойствие все друиды. Сокровь нам. Спокойствие. Нет, слишком рано. Хотя, Тагар, приготовь. Вот, пока ты это сдать сокровь придется. Захил. Вот сейчас надо сокруг пожечь и мастера. Где здесь химны на ХП? Нику пирская. Еще есть минкла. Нику продай есть. Сейчас мы пол рейда упадет. Локи, жмите свою этот салку. Как говорится, кто успел пососать, тот выжил. Барнуч? Все? Почти все. Да, было. Клипса, прожимайся полностью там. Пытайся выжить. Таунт. Бабл. Таунт бабл. Паладин какой-то. Пан. Сокру, да, сокру. Добивайте там. Чуть-чуть.
жалость. Серьезно? Да не, добью. Давайте, пытайтесь, добивайте. Да там уже все. А, на ускорялках, давай. Эти, типа, максимум... 400 тысяч осталось. Давайте, добивайте. Вы сможете. Еще немного. И... убили. Чисто убили. Кто-то резн... А, Войд еще жив. Знаете, кто МВП? Пан Красавчик. Пан МВП. Базука, у тебя есть инженерная штука, рисовка? Моя на КД. Азраил, либо... порезай. Азраил есть. Он ножик рисует. Хантера. Танка. Открой этот, открой этот шмот. Кто-то откройте шмот или линканул? Ну я ж только что линканул. Две длани на руба, одна палка и плечи. Фигня. Вот палку я бы забрал. Палка на этого... на каких-то дроидов. Вставайте. Вставайте. В начало, все равно сейчас все там будут. И остался последний квартал. Только я его не пройду, потому что сейчас на работу уже. Это кому? Чё там, новоиспечённые эти энхи? Кому на работу сейчас? Не в ДД или в Конгессу отводишь? Ну я бы на третий спек взял бы за десяточком там. Сколько? Плечо. Ты знаешь, что 10% это за 2 гп забирать будешь? Оно никому не надо, на третий спек как бы. Пускай лежит потом как-то. Ну, мне его отдали. Если хочешь, подойди. Это палка на кого идет вообще? На дроида? Тебе кистевой не пойдет. Контроля, да. Да, да, зайди на лоскутик. Сейчас что, лоскутик? Да, лоскутик. Да. Заходите, кому надо там на квест. Там еще этот шаман. Шаман у нас рестор уходит. Да, сказали же, кошка-морка. Передо мной воет сказал. Заходите, кому надо, на вас кучка. Шапку Т7 за ОД можно взять или. Где? Я нет, тогда могу мага взять этого. Нет, шапку нового. Продается только. Все кроме шапки. Там зато шапку баталии есть. Такие, что на его. А не, он спрашивает за ОД, можно ли токен купить. А, нет, там. Ну смотря какие, там 2 токена можно. Ноги и руки, если не ошибаюсь. Ну и нет, там 4 покупают чинки. Ну все, кроме башки. Uh-huh. Это и подразумевает под собой. Все, всем спасибо огромное. Пошел я. Там 2 двухсотых и одна. 2 200 13 вроде. Влад, короче, собирает 900 удр на плечи 213 на токен. Ну сейчас лоскутика убьем, и у меня уже будет. Ну вот плечи возьмем все. Ну чё, го, танки. Путь. Затрулю, выставайся в этом. В этом дереве. Боже, я вижу тут человека. Что-то не камильфо. Поставьте шкаф. Не можем. Ты можешь войти из места. Нет, я не хочу коликом. Тогда подожди, пока мы трэш почистим. Это кто у нас тараноид? Понял, пушка. Нет. Кошка на пушку люди.
Вы закрыли будет в сове, потому что у меня тут только холикспир. Задрулю в саву. Да я уже. Есть еще нет линку? Я же спекаю столько на таких боссов критических каких-то. У нас три танка сейчас получается, да? Да, почему-то три танка, у вас и в рейтика спекайся. Клипса хочешь в Флорика, тут не нужен. Какому твинку? Я уже давно вармся, если что. А хотя Химура тут, этот Химура. Какому твинку место? Вместо кого? Вместо Бегвара. А чё за твинку у тебя? Друид. Ну заходи. Вам на одного босса всем? Да, на одного босса. Давай заходим.